Проект «Твори добро» давно полюбился нашим жителям. Каждую неделю прямо под открытым небом проводится зажигательный семейный праздник. На этот раз весело и азартно провели время в одном из дворов на Школьной. Участвуя в танцевальных мастер-классах, можно было научиться новым па. Кстати, охотников подвигаться было немало. И среди них не только детвора, но и взрослые. Семья Савельевых на празднике в полном составе. Танцует мама, дочка, и папа не удержался. Очень приятно прийти в осенний день холодный, да, и такое настроение увидеть детское, взрослое, как бы каждый хочет прийти, там, потанцевать, что-то позаниматься. Ну, очень интересно. Огромная благодарность вот этому проекту «Твори добро». Этот проект как раз-таки и сплочает людей, и вот эту теплую атмосферу приносит в город. Очень классно, что есть это все. Как настроение? Отлично. Выучил новые движения и 14-летний Алихан Алиев. А вообще-то он пришел на праздник с друзьями из спортивного клуба по киокусинкай карате. Ребята провели показательное выступление, вызвав у зрителей восхищение. Очень сильно сплачивают, можно узнать новых людей, можно подружиться с кем-нибудь. Вел развлекательную программу всеобщий любимец, клоун Алекс. И, как всегда, на встречах с ним не обошлось без веселых конкурсов. В одном из них победу одержала Ольга Юскова. Она живет в соседнем дворе, но пришла сюда с удовольствием. Очень нравится. И дети довольны, и родители, мне кажется, тоже. Компанию Ольги составили племянница и трое детей. Несмотря на то, что сегодня холодно, атмосфера здесь очень теплая. А еще были различные мастер-классы, где желающие учились рисовать, лепить, делать поделки своими руками. Гости угощались сладостями и горячим чаем. По словам одного из организаторов праздника, депутата городского поселения Видное Татьяны Ершовой, тут все как дома, как в настоящей большой семье. Здесь никто не остается в стороне, также принимают участие мамы, папы, все зажигаются, начинают танцевать, начинают, я не знаю, развлекаться, петь песни, читать стихи, но то есть все вместе, это семейный действительно праздник. Такие программы не просто нужны, они просто необходимы для жителей вот небольшого двора такого, потому что действительно жители становятся намного дружнее, многие даже не знают друг друга, они здесь знакомятся. В этом году добрый проект побывает еще в нескольких дворах городского округа. Приходите, будет весело. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.